Сегодня у нас 15 января 2016 года. На улице мороз по 20 градусов. Вот Игнатий Иванович каждое утро выходит и кормит собак, которые его очень любят. Вот он. Вот он. Вот он. Ну вот они у меня, сколько собачек-то. Еще тут где-то, я вот так вот постучу, а они бегут. Сегодня 25 градусов мороза, надо кормить их, это мясо. Давайте, мне уже некогда вам, держи. Опа, трусик, опа, опа. Бери. Мороза 25, это ой-ой-ой. Держи. Подожди, сейчас я тебе дам. Ой, какой песик хороший. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Игнатий Иванович, а кто сейчас приезжал к вам-то? А? Кто к вам сейчас приезжал? Женя Долгов приехал, два мешка привез этих семечек для моих голубей. Пойдем. Это рядом живет. У него, кажется, 7500 гектаров пашни. Это фермер настоящий. Так, пойдем, холодно, замерзли. Посмотри, выше что сделал. Так. Видеозапись идет, а батюшка посоветовал поставить крест. Вот крест сделали, сейчас две надписи из писания сделаем. Побежали, бегут. Так, вот, смотри, 20. Она меньше. 3 градуса надо добавить. Он неправильно идет. Пошли скорее. Ой-ой-ой. О, посмотри, какая надпись такая была. А ты на дому показал надпись-то? На каком дому? Ну, нет, нашем. Нет. А что? Ну, я не подумал даже. А я тебе сказал. Ты не раз... Вот смотри, два мешка привезли. Ну, у нас такая надпись сейчас. Сейчас запотелось. Мы перевезли на дом. Ну, перекинули ее. Вот. Сейчас я скажу. А сейчас вот две надписи сделали. Надежда Васильевна сделала. Пойдем повесим около прихода в храм. Вот такие две надписи. Вот смотри. Угу. Вот. Никита, что тут делает? Завтракает. Покажи наш обед какой. Что у нас? Простокваша. Суп на рыбной основе, на мойве. Ой. Чего у тебя, Никита, тут? Сметана купили у Игоря. У Барбаша. Кашку купили. Сделали. Видите, что у нас? Мойва, любимая наша рыба. Хорошая. Утром, как всегда, морковка тертая. Вот она где. Это когда? Моя? Это и да, да. Это Игнатий Иванович. И лук. Все. Толченка вот еще. А картошка это что у нас? Толченка. Из мелкой, да? Да. Мелконько, вот такая вот с ноготок она. И сливочное масло. А? Сливочное масло. Сливочное масло достали. Видите, сегодня у нас после поста Рождество и святки. Каждый день можно есть такое. Все. Так, ну все оно вроде бы. У меня вывели из голубята. Сейчас нельзя, пока кошек не спрячу, нельзя. Если голубь вылетит, они сразу его поймают. Ну да. Вон они. Уже ждут. Вон одна. Вон. Ну да. Ты посмотри, как они спят. Заскочай туда, посмотри. Да, шагни так. Вот наша рыжка. Вот белая. Нежится. Вот она потянулась как. А где у нас белый-то этот отрок? Орешка, орешка, орешка. Ну, такая испуганная. А где кот? Вот он, кот лежит. О. Испуганная. Вот сейчас я и буду голубей выпускать. Когда кошек сейчас в подпол загоню. А
кстати, мог бы это и заснять. Сейчас. А ну-ка засвети туда, если есть светильник. Они вывели уже 3 дня, как вот он, голубь. Это вот самец, а самочка вон там сидит на яйце. Все. Она вывела их. Сейчас я постараюсь поднять. Вот подожди как-нибудь так сбоку, с этой стороны зайди. Вот так вот сюда. Вот она меня сейчас не будет пускать. Ой-ой-ой, да бьется-то как видно как. Подожди, подожди. Ну, подожди маленько, я тебя сниму маленько. Вон они два сидят. Видно, нет? И два яйца, это видно, я подложил, да, из новых, ну, из этих. Видно, видно, видно. Из породистых вот. Угу. Но я боюсь, что как бы они не повредили. Но она знает. Слушай, вот они уже. Все, 3 дня, и какие большие уже. Угу. О, голуби у меня. Вот семечек, 2 мешка полных привезти. Это попробуй купить. А я их помаленьку добавляю на морозе, то и все идет как надо. Женя каждый год мне дает. О, тут я написал что-то с утра уже. Что-то пишет мне, сейчас подожди-ка. Это Юрий Соболев. Посмотрел новый ролик Игнатия Тихоновича. Щебнем, конечно, не ко сроку вышел, но и здесь, вероятно, можно узреть промысел Божий. Пока же сокрытое от нашего разумения. Однако, что привезли, вообще-то благо, ибо тут по поговорке лучше поздно, чем никогда. Потому что привезли в ноябре, я выставил ролики. Я завтра тут, ну, дам это объяснение. Спрашивает, ну не могли раньше привезти? Смотреть, говорит, до слез жалко. Такие глыбины щебня, и бульдозер не может раздавить. Ну а мы еще, мы заплатили вовремя. Привезти не привезли. За 1000, говорит, километров где-то везут. Ну и какой разговор-то? Поэтому не все, говорится, от нас зависит. Я вот сегодня утром стал растоплять, и в мусоре мне дают с разных, там кто-то приносит печку растоплять-то. Я стал смотреть, а это божественно, это сторожевая башня. Она порвана была. Ну и там, какой номер, я не знаю, но там лошади, лошадиные ноги объясняет. Ну, работают люди-то. Ну, не, еретики, да, но работают. 220 языков издается. На какой бумаге? Цветной, бесплатно. И издают где-то 46, что ли, миллионов экземпляров. Это самый распространяемый журнал в мировой практике. Миллионов. Они называются свидетели Иеговы. Да, они, ну, даже их еретиками назвать нельзя. Совершенно как будто не христиане. Но как они стараются? Ну, доброе, это может где-то посмотреть-то. Ведь берут Слово Божие, по нему объясняют. А у нас с кем ни начни говорить, из него, как говорится, просто. Одна мекина летит, но мекина и чистое зерно, это же разница. Пророк так и говорит об этом. Я попутал. Ну, то было изорвано, я вот несколько оставил листиков-то, чтобы посчитать-то. Все интересно пишут. Я жил только для себя. То есть свидетельство, какой он был и как Бог избавил. А вот они там такие. Все правильно, но они работают, еще раз говорю, работают. Они не будут заниматься тем, чем Чаплин сейчас занимается. Вот надо выбирать, они давно выбирают сами, кого им надо. Это только в проекте, даже у патриарха нет, что они делают. Ну, вы знаете, как они из дома в дом идут. И вот с утра я печку растоплять, уже нашел. В мусоре даже выкидывают. Ну, на миллионы, 2-3 выкинут, это не беда. А у нас ничего нет вообще. О Христе-то ведь не увидишь, чтобы говорили, а только о ком-то, чего-то где-то. Все, на однако. Можно. Такие мешки-то большие. Ты смотри, настоящие мешки. Ничего себе. Порвался. Порвался. Угу. А ну-ка, давай-ка мы его. Идем порвал. Помоги. Это сколько в нем килограмм? Там чашка с водой, вы можете перевернуть у кошек. Точно, точно. Ну-ка, убери ее маленько. Я хотел показать, как 2 мешка. Это Никита. Что? Ты посильнее меня. Поставь на мешок. Вот сюда, на мешок. Тот мешок. Сколько килограмм в нем? Для виду. Во. Килограмм. Это семечек только, а? Может, не знаю, 25. 25? Да ты чего? Полный такой мешок 25. Это семечки, они плотные. Положи. Нет, больше. Положи. Сколько ты думаешь? Ну, 50 нету. Нету 50, но 30, ну, да, вполне. Ну да, есть. Ну вот представь себе сколько. Богатырь Никита, то он даже не чувствует эти килограммы. А вот она выброшенная была какая. Вот она, я говорю, сторожевая башня. Видишь как? Как они, видите, секрет настоящего успеха. Вот они разъясняют. Вот, ноги лошади. Ну вот, посмотри-ка, ну кто-то порвал. Да разве можно рвать-то? Тут такие исследования.
Тут ничего не плохого не говорят. Это вот я оторванное, которое было. Я встречаю, иногда бросаются. Изображение там, но они по-своему понимают там. Ну неправильно, но главное, что работает. А если земля приносит плохое даже, ну, там крапива, я зато говорю, когда ты распашешь, осторожно, будет урожай. Но если там ничего не росло, когда не распахано, и распашешь, ничего не будет расти. Активный был Савл, гнал христиан, обратился, вот получился какой апостол. А другой ходил, говорится, никакой. Ну и обратиться ничего из него нету. Огонь внутри должен быть гореть. А интонация другая. Посмотрите, Жириновский, какой интонацией говорит. Вы хоть раз видели, что он шептал где-то? А сейчас говорят, что Нострадамус ему в подметке не годится. Самый яркий политический деятель. Да, не такой. Да, там, с Кунсом называют и проще. Это действительно подыгрывает. Но говорит-то много дельного. Какой он грамотный по Востоку. Как он закончил с отличием институт востоковедения. Какие советы, говорит. Не по Богу. Но он старается. Есть что послушать. Даже об этом уму говорит. И я слез. Закипел. Закипел? Угу. Ух ты. Ну что ж, надо закрывать сегодня. Откладывать не будем больше? Не знаю. Во, видишь как. Может и надо. Все, однако. Садиться за стол надо. Пообедать.